Итак, начнем наш эксперимент. Вот на весах стоит 5 кг гипса ГВВС-16. Взвесили. Берем вот такой песок крупной фракции. Полтора килограмма. Здесь уже налита вода, ровно 2 литра, которую мы немного заколируем. Заколируем вот такими чашечками. Насыпем 2 черного и 3 желтого колера. Здесь у нас вода 400 мл, которую мы добавим в это ведерочко. Вот лимонная кислота, обычная лимонная пищевая кислота. Вот сколько надо насыпать на одну форму скалы. Вот. Это видно? Вот. Всего-то. Насыпаем в стаканчик. Пусть перемешивается. В смысле растворяется. Помешаем. Пока мы замешиваем цемент, гипс и песок, наша кислота растворится. Также мы сейчас возьмем, заколируем нашу водичку. Вот у нас там в баночках колер стоит. И сейчас все это закрасим. Заколировали. Сейчас мы все замешаем. Гипс, добавляем в него цемент, песок, все это перемешиваем. Наша лимонная кислота уже растворилась. Добавляем ее в цветную воду. В итоге у нас получилось воды 2,4 литра. Уже закрашенной и с кислотой. Еще раз перемешиваем. И добавляем в массу. Перемешиваем. Итак, у нас получилась вот такая смесь жиденькая. Сейчас мы немного подкрасим нашу форму. Буквально чуть-чуть затонируем некоторые участки сухим пигментом. Выборочно. Раз. Два. Раз, два, другого цвета, раз, два, раз,
два. Много красить не надо. Несколько элементов будет достаточно. Вполне. Так, остаточки краски мы стряхнем. Пойдем в форму. И начинаем заливку. Наливаем по чуть-чуть, для того, чтобы было удобно потом растрясти. Начинаем трясти. Добавляем еще. Наш растворчик начинает уже загустевать. Такой достаточно густой становится. Надо выработать побыстрее. Шпателем все остаточки убираем туда, где не хватает. Форма у нас была дефектная немножко, но это ничего страшного. Мы сюда, в эту дефектную формочку, все это скидаем. Так, излишки убираем. Аккуратно расчистили все дорожки, чтобы потом, когда застынет гипс, не надо было их ковырять отвертками, штапелями, чтобы они были чистенькие. Быстро моем. Итак, времени 10:45. Да. 10:45 мы залили.